Фундамент, основа любого строительства, уже практически заложен. Забиты все сваи, сделаны ростверки и идет обратная засыпка. Строительные работы нового здания общеобразовательной школы в Рыбнице в самом разгаре, несмотря на то, что строителям пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Мы рассчитывали, что сваи будут в срок и должного качества, но несколько раз сроки поставки были сорваны, перенесены. Это связано с тем, что у нас очень сильно подвели поставщики с Украины в связи с известными событиями. В итоге пришлось заказывать в Кишиневе. Соответственно, все же это время. Ну, вот и поэтому у нас школа сдвинулась частично. Тем не менее, к 1 сентября два новых корпуса будут сданы в эксплуатацию, а к концу года планируется полностью завершить новое здание школы. Строительство детского сада и противотуберкулезного диспансера идет по плану. Все объекты идут в сроки. Садик будет конец октября, тубдиспансер будет декабрь месяц, потому что мы его позже начали, соответственно, он позже и будет. Но все объекты должны в этом году быть сданы. Руководитель представительства автономной некоммерческой организации «Евразийская интеграция» также сообщил, что приднестровским архитекторам предложено разработать дизайн оформления фасада зданий, чтобы у каждого объекта был свой особый вид. Ирина Шлаева, Наталья Елисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ.